Всем привет, мои дорогие друзья! С вами я, Левон. Сегодня мы будем играть в симулятор разрушения. Я этот баг сделаю, что это вообще не взрывается. И я, как сказать, чуть-чуть поиграл. Целых 2 дня поиграл. У меня 13-й левел. Мы идем к нашей локации, чтобы разрушать. Давайте. Я бомбу новую не купил, это была первоначальная. Так что давайте вот так. Здесь есть водичка. Ой, как искупался. И знаете, что я сегодня увидел? Когда сегодня играл, я увидел Максима. Он тоже такой видеоблогер. И несколько месяцев назад, когда мой канал еще не существовал, я увидел Пози. Да, Пози, если не верите. Сейчас вот это разрушим. Я на последнем месте сейчас нахожусь. Нам нужно разрушить 1000 блоков. Сейчас это выстрелим и все. Давайте. А нет. Вот сейчас точно. Вот, да. Заходим, чтобы получить все деньги. Давайте посмотрим, на что у нас хватает. Давайте бомбы. Вот это уже. Вот это тоже. Вот это тоже. 1000. Вот это. С4 можем купить. Давайте купим С4. Все, купили. У нас 700. Я не буду говорить. Это ужасно. Идем. Разрушай. Посмотрим, как это. Давай С4. Посмотрим тебя на деле. Вот так сделаем. И здесь поставим. О. Вот так. Вот это крутая бомба. Я понимаю. Вот это крутая бомба была. Давайте разрушаем. Где можно поставить это С4? Внутрь здесь. Давайте. Я сейчас сделаю еще один блок. Смотрите. Внутри. Бам! Вот. Так. И все. Идем забирать денежки. Вот так поставим. Посмотрим. Ай, как лагает. Кстати, я изменил свой ник, потому что у меня Roblox стал вирусом. Потом снова скачал Roblox. И мой старый ник был занят. Не знаю почему, но был занят. И теперь мой ник Левон Лево. Давайте. И, кстати, моя любимая локация вон там. Так что я тут звезда. И что произошло? А? Обновление. И знаете, что я играю сейчас в обновление? Добавили еще 2 новых локации. Ой-ой-ой. Хорошо. Хорошо. Давайте. Сейчас.
Пока-пока.